приехали на базу, но сразу такое неудобство, то что машина остается вон там и все надо тащить до сюда. Вещи не продумано как-то. В общем, краткий обзор базы. Оттуда заезжаешь, машину оставляешь там, идешь пешком. Потом, получается, вот здесь спускаешься. И вот так расположены домики. Возле каждого домика беседки крытые. Казан, мангал. И пошла территория базы. Место для купания сейчас позже покажу. Все, приехали, будем располагаться. Вообще очень живописное место, все красиво. Сегодня будний день, поэтому как бы народу нету. Где-то 2-3 компании отдыхает. Вот беседки. Ну, видно, база только-только вот обустраивается. Внутри домики делают. Территорию облагораживают. На всей территории базы растут деревья, тополя, березы. Вот это место, где готовить. Разные виды казанов. Разделочный столик. Вот мангалы. Казаны на любой вкус. Вот так вот в окружении деревьев. Погода сегодня хорошая. Жарко. Плюс 37. Но здесь прохладно, в тени деревьев. Пойдем посмотрим, как оборудовано купальное место. Очень красиво, и мне понравилось то, что здесь очень много деревьев. То есть вот сейчас стоит жара, 37-35 на солнце. Но она почти не чувствуется. А вот вот этот сам пруд. В общем, смотрите, вот так расположены домики. Вот пруд, беседки на воде. Вдоль берега стоят беседки, которые прямо на воде, и можно здесь отдыхать. Или это для рыбалки предназначено, непонятно. Ну, вода, конечно, стоячая, я не знаю, здесь можно, нельзя купаться. Самолет пролетал. Вот можно накрыть столик прямо на воде. Но мы выбрали другую беседку, потому что здесь немножко солнце попадает, а там мы в тени деревьев сидим. Да, здесь вот и написано, купание запрещено. Хотя вот этот парень, администратор, сказал, что, по-моему... А, да, он сказал, вот где буйки, короче, слева можно купаться, в этой стороне нельзя. Ну, вода, я не знаю, тут. Это баржа. Вообще нагрелась. Ну, кто-то может прилечь здесь. Так, вот это не опасное.
Вот я на последнем понтоне. И вот вся территория сзади, которая вокруг пруда. Вот эти места, деревянные понтоны, это уже, наверное, для рыбаков. Да, вот для рыбаков. Стульчики стоят, и здесь потихоньку можно рыбачить. Наверное, все-таки эта база больше предназначена для тех, кто любит рыбачить, для любителей рыбалки. А вот для купания, к сожалению, здесь не приспособлено. В целом для семейного отдыха я бы ее рекомендовал, ввиду то, что территория красивая. Третий пошел. В принципе, вода теплая. Искупались, ничего, можно купаться. Вон купаются люди. Искупались. Теперь идем за прохладительными напитками. Холодильник только в администрации. Ну там несколько. Туда можно ставить. Вот это что за труба? Интересно, вода проточная, нет? Просто смыть воду. Сейчас посмотрим. Непонятно. Вечером такой приятный холодок. Сейчас вот уже у некоторых вопрос возник, как насчет удобств. Вот это уборная. Так, буква М. Ну, что касается уборной, мне понравилось чисто. Вот, если честно сказать, вот все белым побелено. Такой вот шок-контент не хочу показывать, но чисто. Вот видно, что моют, убирают. Вот, все вот.
как бы проблем нету. Ну, вот такая вот уличная уборная. Ну, ничего не загажено.